3 июля на подающем трубопроводе холодного водоснабжения произошла утечка. В связи с аварийной ситуацией в некоторых домах по Советской улице была отключена холодная вода. На месте аварии в микрорайоне «Зеленая аллея», где расположен коллектор, побывали глава Ленинского городского округа Станислав Катров и генеральный директор Видовского ПТО ГХ Андрей Колесников. Идет основной водовод 900-ка в город с Москвы, получается, подать воды. Есть еще байпас, обводная линия 400 вокруг идет. Вот. Вчера, как раз, когда определили, что здесь утечка, хотели произвести отключение, начали отключать. Выяснилось, что вот эта обводная линия 400 в нерабочем состоянии. На данном коллекторе есть врезка для сброса воды. На сегодняшний день с ней произошла аварийная ситуация. Необходимо произвести замену задвижки диаметром 300. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, ремонтные работы были проведены в ночное время. Для проведения работ, соответственно, задействованы силы и средства, все необходимые для ликвидации аварии. И в ночные часы для удобства жителей все работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Благодаря коммунальным службам авария была полностью устранена, и водоснабжение города восстановлено в полном объеме.